Че, ребята, всем привет. Новый выпуск. Сейчас едем в деревню. Вот мы уже где-то на полпути. Вот чтобы продолжить ремонт там у родителей. Для этого взяли вот такую бэушную дверь входную. Я ее прям загрузил на крышу. Вот она. Это коробка. Изобретал, чтобы купить специальный рейлинг. Конечно, кто-то сейчас скажет, что все это колхоз. Но мне, по сути дела, по барабану. Самое главное, это моя цель, это довести эту дверь. Здесь тоже вообще что творится. Потом, конечно, более подробно покажу еще, что взяли. Взяли камень в баню. Вот такой вот. Ну, там полно всего, что еще. Гидроизоляцию, краску. Много еще там всякой штуки. Валентин Николаевич перекус делает. Остановились на нейтральной территории, на трассе. Здесь вот кто-то готовит лес. Дождик идет. Стало мало, дверь входная полезла. Дверь 2 метра. Пришлось сиденье немножко прижать. Вот так вот все это выглядит. Вот. Ну ничего, ехать можно. Вот так вот выглядит камни для бауни. И фракции. В этот раз мы взяли еще габба диабаз. Такие камушки сейчас отнесем их. А ты возьми. А сколько будем? 3 на раз, да? А? Ну вот, это, видишь, это вот дунит, а вот это габродиабаз. И сейчас у нас там осталась одна пачка дунита. И одна пачка. И одна пачка, это на всякий случай, да. Да? Не хватит таки-то поставим, да? Ну да, я думаю, там что-нибудь уже. Чего? Здорово. Привет. Привет, Галина Сергеевна. Продолжаем наш ремонт. Как я уже говорил, вчера мы приехали, сегодня мы уже начинаем работать. Смотрите, что происходит теперь у нас здесь в доме. Везде все пыль. Валентин Николаевич все прошкурил. Сегодня, наверное, покрасит потолки, наверное. Ну, в план. Потом стены надо загрунтовать. А вот эту дверь будем менять.
так как мы привезли другую дверь. Вот, я продолжаю работу с отоплением. В прошлый раз из-за спешек я не сделал слив воды. Вот, то есть у меня здесь было обычно вот так вот, по цене немножко по-другому. Вот, сегодня я уже все переделываю. Ну, здесь вот немножко съездил, докупил вот эту муфту. Вот, потом перепаиваю. Ну, в принципе, чего долго болтать, наблюдайте сами. Что можно сказать, вся конструкция сделана, пока вывел вот так вот. Здесь все подсоединил, кстати, сейчас надо все это закрепить. Ну что, даем давление. Там что, давление падает? Ну, стоит сложно. Да? А зачем их правильно поставить? В смысле? А, вот это что? Нет. А как неправильно? Денег надо больше? Конечно. Нет, это за двухфазный стандарт, вдруг я поставил бы его так же. Открывается, не имеешь удобнее. Ну, это, наверное, ничего не имеет значения, так что лучше туда-сюда. Ну, это же самое главное. Так, давление воды не сделать, да, вроде? Ну, чисто будем разжигать. Да. Вот. Видишь, ставишь на звездочку. Ага. Вот, видишь, звездочка. Вот весь иди, объясняю. Вот, видишь, звездочка. Ага. Вот стрелка, звездочка. Нажимаешь вот тип пружинки туда. Ага. Вот, попробуй. Я пробовал уже. Вот. Вот так нажимаешь.
что-нибудь забилось, бля? Нет, а. Тяга вроде нормальная, да? Нет, газ еще не дошел. А, ну да, 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 скорее всего. Он здесь потихоньку. Когда он дойдет, то, блядь. Зашипеть сейчас должен, да? Первый запуск он всегда такой, правильно, Василий Ильич? Глаза уже не видят тоже, да? Термопар, да? Да, термопар. Видишь, хрен. Ага. Это, в принципе, как в колонке. А что ты говоришь, труба забивается на таких колонках? Андрей Михайлович поделился. Чем? А? Чем? А то, что, говорит, на таких колонках трубы забиваются. А у него вот эти старые котлы, у него старый какой-то, это прям? Mm. Вот, у него не забивается, да? Но у него чугуняка, наверное. У него такой же, как у вас. Ну, как он такой, да, был? Да ну его нахуй. Это он такой культурненький, блядь. Пошла, да? Нет? Ну сейчас разогрей. Здесь сырости сколько было-то, блядь, правильно? Все сохло, блядь. Да что-то давление мало, да, значит? Пар какой, блин, сегодня натопили. Пошли, Василий Ильич, в баню. Подожди. Да. Новый камень пошел. Ну, пошел, дошел. Ага. Хули там давление через эту трубочку, пока дойдет, блядь. Слабенькое. Ну, сейчас он все пошло. Ага. Все. Вот. Все, теперь работает. Теперь петель работает. Вот теперь включаем. Первый, да, единичку. А вот этот включенный. Подожди, я выключил. Выключил? Угу. О. Ну сейчас уже быстрее, что. Ну все. Какие-то семечки жирные. Аж сыпется, блядь. У тебя зубов нету, блядь. Отпей. Отпеешь? Да, уже мамка делает. А, давай тогда. Молоко, не знаю. Не, вот. Молоко, не знаю.
А ты такие, как вы, не разжигал вчера? Зажигал. А здесь у Ваньки как? У Ваньки как такой, да? Нет. Ложку колгала у наших? Нет. Что же у нас? Это неосновная автоматика. Тот включать? Не надо. Он сейчас нагреться должен? Да. Он сейчас должен нагреться и отключить. Давление где-то 1,3, наверное, 1,5 нормальной системы? Это я не знаю. Ты такими не подключал? Чуть-чуть 100 кранов, блядь. А это под каждую комнату? 5 комнат по секциям, чтобы это сразу распределялось тепло. Мама, ведерко маленькое дай-ка. Ну я вот сюда на это повешу. Кран еще не подсоединил. И что? Ну, давление. На кашу. Не-не-не, надо это, ведерко. С ручкой. С ручкой, да. Появляется на какой-нибудь. А что, уронил вот это? Нет, надо с ручки вот, майонез на ведерко. Перепите трехлитровую там. А вот. А если поменьше? Поменьше. А это плохо, ты там трубу не утеплил, да? Трубу не утеплил, я ее хочу снаружи этим, винватом. Солнечный. Да, но этот год посмотрим, я козырек сделаю еще на эту херню, чтобы мне это не попадало. И вот, может, этот лучше купить? Этот? Какого? Он круглый такой. Дефлектор, поток воздуха. А который крутишь, что ли? Чтобы он не задувало. А я там вот этот колпак. Ну, дефлектор. Сейчас колпак покажу. Трубный. Да, но он не закрытый. А. Это нет. Ну попробуй, можно жить. Я его как раз на середке не все, вот я после этого. Отрежу кусок, засуну по краям, цилиндрирую где-нибудь, наверное, ну чуть повыше. А под этот, как он называется, здесь у меня получается погребная, а здесь вот это. То есть получится вот так вот. Чтобы этот не касался этих. Когда тепло пойдет, он же может это, задуть назад. Ну вот за счет, а это получается,
конек будет вот так стоять, а вот эта середки, она будет выше него. То есть здесь будут воздушные вот эти, а этот отдельный, прямо от трубы закрытый. У меня три колодца, а один два. Да, и получится, чтобы вот процесс не задувал опять вот все время. А вот эта труба у меня, где-то, наверное, метр, вот от этого. Дальше кирпич идет. Шьем. А? Шьем. Почему? Кирпич, он холодный. А по этой кондиционер спускается. По трубе вот эти, да. Команд. Даже вот по пластмассовой трубе, по всей этой херне. А кирпич как он? Он в себя берет. Он в себя берет, да, и сырость не идет. Вот, но... Лето тянет, да. Да, значит, когда трубы вот эти в колодцах, оно, естественно, лучше. Если бы цельная была. Цельная не будет. Тяги не будет, блядь. Будет. Это там, блядь, труба все дырявая была, как душлак, блядь. И здесь особенно весь пользует ванна. Поэтому она и задувала. Она. Знаешь, еще что? Да. Вот когда котел стоял, батя тут зажигал, ну, помнишь, у него первая автоматика была, он включит, он чиркает, тухнет, чиркает, тухнет, как ебало. Труба эта отошла, батя на жопе, блядь, волной ему, как еще и не... Захерачивает. И она отошла. Мы что, ее зацементировали, но это равно там приедет, как сделано вроде, но труба сработала. Отходила от стены. Конечно, там, ну это как душак, он как садится, там же захватывает. Ну, это было, да. Со всех сторон хотел. Ну, трубу уж так вот. А ты мне просто говорил, с той стороны он желтый ездит самое. Дымоход прям под крышу, он это. А вот это вам плиты даже подсасывал. Вот это ты сейчас сделаешь шлангом, наверное. А ты тебе что там? Ты поел что ли? А что, здесь мешаешь? Да нет, просто. Ну, может, туда вот. Просто упер. Этим ухом лучше слышать. Нет, мне не слышно. Нет, а что ты там? Нагреть. Выход. Полтора. 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 Один из вас, полтора где-то так, вот так. Да. Они, видишь, даже и вот эти вот продают на полтора. Смотри. Когда я покупал вот эту группу продуктов. А что, ее каждый раз как вот? Не. А видишь, давление набирается. А вот на этих на старых местах. Вот температуру мы уже набрали 40. А на сколько ты поставил? Я поставил где-то, наверное, на 60 на круг. Ну, вот до 60 дойдет, он будет сюда выключен. Он шуметь должен быть. Вибрация идет? Нет. А где насос стоит? Вот. А ты воздух не отпускал? Новый насос поставил? Нет. Скажи. Тоже стоял? Отверни воздух. Там, у тебя в каком месте? В смысле воздух? Середка, которая... Она сверху точно? Да. И она на руку ставит? На бок? Да. Ну, да. Это неправильно. Там посылка, что он волки не пробил. А бедро где? Таракан дёрнул. Здорово,
Все. Горит? Включаем насос. Включим. Закрутилось. Все, закрутилось колесо. А ты там был-то? Да, крутила. Просто так насос надо не так. А, повернуть. Вот так боком. Да, это больше единички, вот 1,2, 1,3. Бать, тебе говорю. А на 13 будет давление будет повышаться. Ну, будет повышаться, но будет срабатывать. Он на 1,5 бара. А там будет выключать. Ну, вот слава, делай дальше в канализации, ну, чтобы туда уходило. Мне кажется, он не будет превышать. Вообще не будет, вообще не превышать. Но лучше надо сделать на каждый случай, чтобы тряпку тут ставить. Он берет пальчик. Да, да. Погоди, вот так вот закипит, так... А постараться так? Зажигает, зажигает, зажигает. Давай, как будет? Тумбочка. Это сейчас куда тут? Только на кухню стоит. Вот сейчас на кухне, да. Вот кухня пошла, спальня еще не пошла. У тебя краны еще закрытые. Вот открыли, видишь? А если вот зачем? Сажа крана у тебя зачем? Вот здесь? Да. Ну, это обратка, это впускной. Ты случайно, вот боже, давление дал, видишь, стоит давление. Вот. Потом включил одну, он... Через прогнал, через это, через котел пошел этот, как его, туда и пришел сюда надо. А, вот точнее, вот так вот. Сюда пошел, через давление 1,2 в норме. Батарейки горячие. Пошли? Здесь горячий зал на кипятузе. Там, наверное, еще комнаты не дают. Температура упала. Сейчас ты открыл. Упала ключ. Так, вот эта спальня пошла. Подойди в своей спальне, посмотри. Вверх горячая, не тепленький. Ну, значит, вот она пошла, до батареи дошла. Да, температура, видишь, упала. 60 сейчас, видишь, так. Вот сейчас вот включаем. Да. Так. Василек, подлить еще? А? Чайка. Подлить. Зал! Да. Зал, вот пошел. Крис, он напиши хоть, блядь. А вот, коридор, спальня, туалет, кухня. Потом надо будет эти сделать. Купить специально. Купить. Да, да, пока. Да. Пока спальня не закроется. Ага. Мастер. Как ты быстро ходишь? Не дошел? Нет, ты включилась? Ну, да, да. Да, 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 что, у тебя в квартире нет, что ли? Да не было. Что у меня в машине есть? Да ладно, пока здесь мыть надо ее. Потом, я пока карандашом ее написал. Как не быстро прям дошло. Это не твоя. Да. Ну не твоя, там полицейница, да? Так, зал. Тут у тебя что сейчас закрыто осталось? Сейчас у него нет коридор. Все, открыли, все, значит. Вот закрутилка. Сразу. Вот насос так работает?
Наполненько. Аккуратненько вы убрали. Тут горячий. Он потом проделится, когда нагреет, да. Уже это, ну, постоянно температуру, чтобы кислить, да не будет, просто там температуру сбрасывает, и потом включается, да? Он же не будет прекрасно постоянно кочегарить. А сейчас это во время нагрева. Нет, а так и охуенно будет тепло и чисто. Ну, конечно же. Да. Там же не жалеете. А это Ваня? А не Викторовская, да, Ваня? Ваня, да, дошла. Иди в спальню посмотри. Документы отдашь мне здесь? Туалет стоит. Этот, да. Коридор? Наш фан, документы куда дели? Был сертификат? Да. Не выкидывает? Нет, он нужен. И на котелку документы. Есть где-то на
пока футболка одинка. Это вот. Как? А что это? Шнап вот в городе вышел. Куда вы входите? Вот, короче, берешь вот эти бумаги, берешь клюшку, и ей шантовод берешь наверх. Давай подремонтируешь ключ пока здесь. Видишь, возьми, сейчас тебя жалею как, блядь. Ну, я на работе иду. Ну, просто, блядь, просто. Посвяти, блядь. Мамку уже привыкла, говорит, вдруг посвяти, блядь. Ха-ха-ха-ха. Дай, блядь. Ну, как не взял, блядь. Василий Ильич, блядь. А там нагревает уже. Знаете, горячий, вот жался-то не промолится. Тут вот так перегородку надо сделать, да? А здесь вот так столешницу вдруг. Да, чтобы не мешало. Да, здесь вот. Да так же закроется и все. А тут вот смешно отъется, нахуй, будет крутить. Здесь вот все корни подряд. Ему нельзя оставить. А здесь все равно ничего, не больше и включать зачем? Да. Вот выключай, включил и все. Нет, а вот пустишь ковры, когда в зале надо будет. Холодно. Он говорит, ладно. Он говорит, у меня пот был теплый. Нет. Ну, чтобы это надо холодно держать. Закрыл. Дима, пусть умирает, блядь. Вас у меня с домом дождался. Согреемся. Поживем. На пенсии. У нас Саша Лесин умер. Кто? Подгорный Саша. Вчера с работы говорит, пришел на ту тромбу. А кто подгорный Саша? Лесин. Да ты, наверное, не знаешь. Со мной живет. Ну я все узнаю. Подождите, болячий мотел вдруг что? Нет, это болячий мотел это. Колька. А Колька был. Колька был. Младший, братишка, Балаковский. Это был Тихонов. Тихонов. Сколько? А если они Стаска? Они старше. Они Стаска, Вовка, Санька? Ну, они твои ровесники? Нет, старше. Да. Он 59-й или 59-й? А вот этот Тихонов, он, короче, это, в твоей цехе, он прыгнул. Помнишь, там эта тарзанка была, он прыгнул, и живот оспорол, блядь. Помнишь? Вот, да, я твой братишка. Но я топтаться не как бы... Зачем ее кисти? Одна живет в Индии, да? Нет, в Норвегии. А в Норвегии даже? Такая здоровая, да? Высокая. Высокая такая. Одна в Индии вроде есть. В Норвегии, что ли? А вот в Индии. Нет, по-моему, в Норвегии. Галь, по-моему, сама. Да я ее обидел, я за визит работал, сейчас не знаю. Где? Визит, Двустеновская. А? А у них Вовка тоже умер, что ли? Да. А? Да, что ли? Ладно, все. С вами такая каша, не знаешь, что поэтому. Ваша, я не могу сказать, не могу сказать. А то у Вовки есть же хозяйство. В коридор пошла, туалет пока нет еще. Пошли следы. А вот смотри, как это. Да 56, вот ты. Вот это. Вот. Это ты салаты. Ташкент. Ташкент греется? Да. Ну сейчас разогреется. Потихоньку.
Садись с наедине, Павлович. Да. Ваша спальня, что там? Тепло. Батарея греет начал. А что ты был выключать? Ну я пока выключу, чтобы это прогнало. Вот. Туалет надо прогонять. А вот это вот ты не потерял мне? А? Можно купить. Чё? Можно делать. Вот, наверное, ещё. Ну, доходит, да, потихоньку. Вот он же, пусть. Здесь вот в туалете. Это вот все наше искусство. Здесь все выглядит вот так вот. Пока такой творческий бардак. Как я тебе говорил же? А, в прошлый раз кушали-то? Ну, сожрали мы его, да? Надо кушать обед. Все, систему запустили, отопление, которое сделали. Сами все видели. Там в одном месте возле котла подтекает, но это мелочи. Бодренько. Завтра, короче, планируем. Где дверь поставил, кстати, вообще он дверь не показывал. Сейчас покушаю, поужинаю и покажу дверь. Все, давайте.